Мир находится в состоянии очередного энергоперехода. Электроэнергия для этого должна производиться из чистых источников. В связи с этим в мире колоссально растет спрос на критически важные минералы. Никель, кобальт, медь, алюминий и прочие металлы, которые нужны для энергоперехода. Развитые страны, активно развивающиеся страны мира, вкладывают колоссальные деньги в то, чтобы искать поставщиков этих минералов, инвестировать в добычу их, переработку, в том числе переработку вторичную из аккумуляторов. Казахстан, в недрах которого найдена практически вся таблица Менделеева, мог бы стать одним из ведущих поставщиков таких металлов и минералов на мировые рынки. На нашу страну уже обращают внимание крупнейшие страны мира с точки зрения сотрудничества по направлению критических минералов. Считаем, что этот сектор нужно активно развивать. Он мог бы стать одним из магнитов по притяжению иностранных инвестиций в нашу экономику.